Патриотизм, сила, мужество, отвага, честь – это не просто слова, а смысл жизни организации «Оплот». Все это скрепилось в девиз «Оплота» – «Живи сильно». «Оплот» пропитан русским духом и чувством гордости и уважения к предкам. Поэтому «Оплот» постоянно стремится защищать свою землю и ведет себя активно в жизни своей Родины. Мы воюем за своих предков. В этом и есть сила, единство наше. Помощь нуждающимся, патриотическое воспитание, развитие спорта – это основное направление деятельности «Оплот», которые живут единым целым на всем постсоветском пространстве. «Оплот», в частности, да, это одна из самых организованных структур, да, в которых есть там порядок, в которой есть, скажем так, четкое понимание взаимодействия. Очень рады таким сильным, мужественным, способным отстоять свою точку зрения. Защитить не только себя, но и людей, которые вокруг. Спортивная жизнь «Оплота». Бои без правил. Тренировки и турниры. Развитие физически. Защита себя и близких. Способ выплеснуть энергию. Направляет бойца в нужное русло. Помогает не тратить жизнь на вредные привычки и уличную жизнь, а добиваться успехов в спорте и в жизни. Стать достойным человеком. Я попал благодаря «Оплоту», благодаря выступлению здесь в UFC, и Дмитрий Сосновский за срок чуть меньше 2 лет попал в «Беллатор». Бои без правил сейчас набирают самую большую популярность среди спортивных секций в России. Бои без правил – это воспитание духа и навыков, которые пригодятся везде, где бы ни закинула тебя судьба – на улице, на службе в армии, на войне. Среди боевых школ многие ограничиваются только техникой. «Оплот» же вкладывает не только технику, но и дух воина. Именно поэтому в мирное время «Оплот» выполняет свой долг, готовя молодых людей к защите Родины и заботится о ветеранах и о семьях павших. А когда враг пришел на русскую землю, именно люди в майках «Оплот» взяли в руки автомат и вступили на защиту, а не убежали, как другие, или отсиделись в стороне. Это не просто драка в клетке. Это и уважение к своим тренерам, и уважение к родителям, и уважение к государству, уважение к памяти павших воинов. Просто для меня это не просто бои без правил. «Оплот» открывает свой спортивный зал в городе Фрязино, Московской области. Преподавать в нем будут молодые ребята, которые прошли с «Оплотом» весь его путь. От обычных тренировок до выступления на международных турнирах. От уличных акций против нацистов до войны. Были арестованы и садились в подвалы карателями. Спорт – это не только он дает физическую силу. Спорт, в первую очередь, делает закалку в голове. Ты ведешь уже как войну с самим собой. И в каждый спарринг ты идешь на бой. Ты идешь побеждать. У каждого свой жизненный путь. Но все соединено одним целым. В первую очередь мы создаем семью, которая друг за другом, в которой нет страха. Страха за веру и за правду идти до конца. «Оплот» – это одна большая семья. Каждый готов помочь товарищу в трудный момент. «Нет уст святее товарищества» – это второй девиз «Оплота». «Оплот» объединяет мастеров и учеников, признанных воинов и начинающих спортсменов. Если путь воина – это ваш путь, приходите к нам, станьте звеном большой семьи, которая живет сильно!